Что ж, давайте продолжим. У нас еще осталось немного времени, и давайте начнем разбирать еще один очень важный текст, говорящий о природе Писания. Это второе послание к Коринфянам, вторая глава, стихи с 12 по 13. И здесь опять я хотел бы показать вам, что этот стих не просто некое доктринальное утверждение, сошедшее с небес, и каким-то образом оказавшееся в этой главе и в этой книге. И мы посмотрим на контекст того, что пишет апостол Павел, и увидим, как это может помочь нам понять очень важное замечание Павла о природе христианской мудрости. И он пишет об этом, противопоставляя эту мудрость мудрости человеческой, мирской, основанной лишь только на человеческом размышлении. Что ж, вы можете сказать, ну хорошо, здесь, в этом послании к Коринфянам, мы читаем о противопоставлении человеческой мудрости и Божьей мудрости. Да, но вам следует задать вопрос мне и самим себе, зачем вообще Павел говорит об этом противопоставлении? Какова же причина? Почему он это делает? Неужели он просто решил, ну, это было бы хорошим введением к моему письму? И пусть это никак не относится к тому, о чем думают люди в Коринфе, но мне хочется об этом написать. И я так и сделаю. Совсем нет. Есть определенная причина, на основании которой Павел начинает сравнивать человеческую мудрость и Божью мудрость. Что ж, первое послание к Коринфянам было написано после первого миссионерского путешествия апостола Павла, когда он впервые побывал в Коринфе и основал там церковь в этом городе. И, окончив служение в городе Коринфе, Павел продолжил свое миссионерское путешествие. И если вы прочитаете труды различных толкователей, комментаторов по первому посланию к Коринфянам, то вы увидите, что они единодушны в вопросе о том, что Павел написал это послание, когда был в Ефесе. И там, в Ефесе, он пробыл около 3 лет, проповедовал там, нес служение. И вот тексты Писания, которые говорят об этом времени в жизни Павла, это Деяния, 19 глава, стих 10, и 20 глава, 31 стих. Также комментаторы соглашаются в вопросе о том, что Павел написал это послание уже в конце своего пребывания в Ефесе. И есть множество доводов в поддержку такой точки зрения. Я не буду сейчас все это вам перечислять, но о нескольких доводах мне придется вам все-таки сказать. Мы знаем о том, что когда Павел окончил свое служение в Коринфе и ушел из этого города, пастором в церкви стал человек по имени Аполлос. И Аполлос нес какое-то время служение в Коринфе. 1 Коринфянам 1:12 об этом говорит. Но также этот стих говорит о том, что были и другие служители церкви в Коринфе, которые несли служение уже после Аполлоса. Итак, когда Павел, находясь в Эфесе, решает написать это послание, то должно было пройти достаточно времени после окончания его служения в Коринфе. А также нужно учитывать то время, когда был пастором Аполлос, а потом некто после него. Вот те причины, по которым комментаторы считают, что послание к Коринфянам было написано уже в конце пребывания Павла в Эфесе.
А также они указывают еще вот на что. Когда вы читаете послание к Коринфянам, то вы сразу замечаете, сколько в этой церкви было проблем. И нет никаких свидетельств о том, что эти проблемы имели место, когда Павел был пастором. И представить то, что все эти проблемы возникли сразу же после того, как Павел уехал, что ж, ну, такое возможно. Но не гораздо более вероятно то, что когда вы видите, что в Коринфе столько проблем, прошло уже несколько лет с того момента, когда Павел уехал из этой церкви. И за эти года появились эти проблемы, и Павел пишет, чтобы исправить ситуацию. И что ж, мы можем конкретно указать те причины, по которым Павел решил написать это послание. Ну, во-первых, он узнал от домашних Хлоиных, была такая семья. Павел пишет, «Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». То есть разногласия церкви в Коринфе. Это 11 стих 1 главы. В конце послания к Коринфянам, в 16 главе, в стихах 17 и 18, Павел также пишет о том, что некоторые члены Коринфской церкви посетили его, и вполне возможно, во время этого посещения рассказали ему о тех проблемах, которые есть в церкви. Поэтому Павел пишет в ответ на эти проблемы. Но есть еще одна причина, почему Павел решил написать это письмо. И это очень веская причина. Если посмотреть на 7 главу 1 стих, то мы читаем о том, что сами коринфяне написали Павлу письмо. И в этом письме они задавали ему вполне конкретные богословские и практические вопросы. И Павел пишет, отвечая на их вопросы, а также затрагивает и другие темы, как мы видим, например, в 5 и 6 главе, где он указывает на то, что происходит в Коринфе. Что ж, как же наш текст, записанный во 2 главе в стихах с 12 по 13, вписывается в общую картину этого послания Павла? Что ж, Павел начинает в 1 главе стихах с 1 по 3 своим обычным приветствием. В стихах с 4 по 9 он пишет слово ободрения, слово похвалы, слово благословения для этой церкви. И затем в 10 стихе он затрагивает тему разделений на фракции внутри церкви в Коринфе. И об этом он пишет в 1 главе, в стихах с 10 по 13. И Павел пишет, насколько абсурдно иметь такие разделения. И он задает им вопросы, ответы на которые очевидны. Это своего рода риторические вопросы. Это 13 стих. Вы читаете вопрос и понимаете, каким должен быть ответ. Ответ абсолютно очевиден. Павел также здесь пишет о том, в 13 стихе, что на самом деле он не крестил так много людей в Коринфской церкви. И пишет он об этом далее в 14, 15 и 16 стихе. И можно представить, что происходило в церкви. Тот, кто вас крестил, будь то Павел или Аполлос, или другой какой-то пастор, вот тому вы и должны быть верны, так считалось. И вы должны быть частью той группы, которая сформировалась вокруг этого служителя. И Павел пишет, «Я рад, что я не так много людей крестил, когда был в Коринфе, потому что если бы я крестил многих людей, то эти люди сформировали бы группу внутри церкви и были бы верны мне в противовес другим служителям в Коринфе. А это, конечно, было бы совершенно неправильно. Но как бы там ни было, Павел пишет,
в 1 главе 17 стихе, что Бог послал его в Коринф не крестить толпы людей, но Бог послал его в Коринф благовествовать, проповедовать Евангелие. И Павел добавляет, что Бог послал его благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Но почему Павел здесь это пишет? 1 глава, 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Почему Павел написал такие слова? Что ж, есть причина. К сожалению, во времена Павла многие люди в греко-римском мире увлекались то одним оратором, то другим, на основании того, как этот оратор умел рассуждать и как он умел доносить свои мысли. И если у этого оратора был богатый словарный запас, и он умел хорошо доносить свою мысль, то люди становились его последователем, о чем бы он ни говорил. Но Павел пишет, «Я не так хотел проповедовать, потому что если бы я так поступил, то вы бы, коринфяне, были бы убеждены человеческой риторикой, логикой, и тогда бы крест Христов не имел бы такого значения в вашем обращении ко Христу. И, конечно, если бы так произошло, то трудно было бы говорить о спасении». Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, проведя линию между человеческой логикой и философией с одной стороны, и с христианской мудростью, которая основывается не на риторике, но на кресте Христовом, с другой стороны, Павел развивает это сравнение далее, говорит о мышлении, о философии этого мира и о том, как должны мыслить христиане. И эта тема продолжается с 18 стиха 1 главы до 16 стиха 2 главы. Что ж, вы можете сказать, ну, все это очень интересно. Да, я вижу, что Павел хотел, чтобы люди обратились не на основании его премудрости, но на основании содержания его проповеди. Ну, неужели только ради всего этого мы углубляемся так в это послание? Но, как мы видим, что, несмотря на то, что многие люди в Коринфе обратились ко Христу, они все еще находились под влиянием культуры, в которой они жили. А вырос они в таком обществе, где особое внимание уделялось риторике, умению находить красивые слова, тому, как человек строил свои аргументы и представлял их. И возможно, что происходило, во всяком случае, отчасти, это то, что группы, которые образовались вокруг Аполлоса, Павла и других служителей, образовались и по той причине, что люди следовали, скажем, за Аполлосом, потому что он умел красиво говорить, у него был богатый словарный запас, далеко превосходящий способности других проповедников. А кто-то говорил, нет, я буду следовать за другим проповедником, потому что он умеет доносить свою мысль, логично аргументировать ее и так далее. Вы видите, что люди фокусировали свой взор на посланнике, а не на послании. И очевидно, что в какой-то степени так все и происходило в Коринфе. И то, что Павел хочет сказать, это следующее. Посмотрите, обращать внимание на посланника, а не на послание, свойственно делать людям в этом мире, которые не руководствуются христианской мудростью. Более того,
Если вы будете обращать внимание на то, на что обращают внимание люди в этом мире, которых интересует лишь человеческая риторика, человеческая логика, человеческая мудрость, то будьте осторожны, потому что вы знаете, до чего дошел мир со всей этой великой мудростью, великой философией. Мир распял Господа славы. И вы уж точно не хотите повторить их поступок. И разве вы не видите, насколько безрассудно такое поведение? Создавать группировки в церкви, которые верны какому-то проповеднику, потому что у него богатый словарный запас, или другому проповеднику, который умеет заинтересовать и привлечь ваше внимание, и его проповеди легче слушать. На самом деле, все это не так важно. На это обращает внимание этот мир со всей его философией и мудростью. И посмотрите, до чего они дошли. Они пропустили самое главное. Более того, они распяли Христа. И до этого можно дойти, если обращать внимание на посланника, а не на послание. И если посмотреть дальше, на вторую главу, на стихи с 6 по 16, Павел продолжает развивать свою мысль, говоря о том, что христианская мудрость не имеет ничего общего с мирской мудростью. Так, в 19 стихе апостол Павел пишет, что человеческая философия, человеческая мудрость основывается на том, что можно потрогать, что можно увидеть, что можно услышать на таком свидетельстве. И знаете что? Совсем по-другому дело обстоит с христианской мудростью. Павел пишет, «Глаз того не видел, и ухо того не слышало». Вот до таких материй доходит христианская мудрость. И если до этого не дойти опытным путем, экспериментальным путем, то, может быть, если вы хорошо подумаете, хорошо поразмыслите, вы до этого додумаетесь. Совсем нет, Павел пишет. Вы не сможете достичь этого познания путем размышления. Благодаря процессу размышления возникла философия этого мира. А эта философия упустила самое главное. Люди, которые обладали этой мудростью, распяли Христа, не поняв основного. Поэтому христианская истина не основывается на всем этом. Она сокрыта от простого понимания, от человеческого разумения, до тех пор, пока Дух Святой не откроет этого человеку. Это 9-10 стих. Но вы можете подумать, а почему Дух Святой? Почему Он открывает, а не кто-либо еще? Что ж, Павел отвечает в 11 стихе, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». И далее Павел продолжает и говорит, «Нехристиане, неверующие, не имеют Духа Божьего, поэтому не наделены христианской мудростью». И также, когда они читают или слушают Евангелие, то они не способны понять глубину Писания и применить в своей жизни. Вторая глава, стихи с 14 по 15. Только те, кто приняли Христа как своего Спасителя, могут понимать эту истину и применять ее в своей жизни. 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 15 и 16. И вот в середине этого отрывка с 6 стиха по 16 стих 2 главы Павел также отмечает, что христиане имеют доступ к Божьей премудрости не только благодаря Божественному откровению, в противовес человеческому размышлению, но также мы читаем в 13 стихе,
что Дух Святой также помогает излагать эти слова на понятном для других языке. И вам может показаться, что в этих стихах, 1 и 2 главе, до 16 стиха, Павел уходит от темы, что это уже совсем другая, казалось бы, тема, разница между человеческой мудростью и Божьей премудростью. Но все совсем не так. Все это очень тесно связано с теми разногласиями, разделениями, которые присутствовали в Коринфской церкви, когда люди причисляли себя к одному проповеднику или к другому. Павел дает понять, что основное внимание, основной фокус церкви в Коринфе должен быть обращен не на человека, не на какого-то пастора или проповедника, потому что если люди так будут поступать, не фокусируясь на Иисусе Христе, то они будут идти вслед человеческой мудрости, мирской мудрости. Поступая так, они отступают от Бога, отступают от Божьей премудрости ради человеческой риторики и человеческой логики. И знаете что? Да, вы христиане, но ведете себя как язычники, потому что вы обращаете все внимание на то, на что они обращают все свое внимание. Поэтому перестаньте фокусировать свое внимание на логике простых людей и начните вникать в содержание евангельской вести. Старайтесь найти истину. Она приходит от Бога, и позвольте мне кое-что вам сказать об этой истине. И далее Павел продолжает. Вот такой контекст, в котором находится тот текст, который мы с вами будем разбирать. И, как я уже сказал, это не отклонение от темы. Павел не уходит в сторону, когда начинает сравнивать христианскую мудрость и мирскую мудрость. На самом деле, это ключевой момент его аргументации, указывающий на причину тех разделений и разногласий, которые имели место в Коринфе, когда люди следовали за каким-то пастором только лишь потому, что у него был богаче словарный запас, интереснее речь или, может быть, более красивый голос. Но все это безумие. Все это неправильно. Они настолько же безумны, как те неверующие, которые увлеклись мирской философией, зачарованные красотой риторики, логики, красивых речей, каких-то ораторов. И в итоге они зашли настолько далеко, что уже перестали видеть истину. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.